жители знакомы с историей заброшенного... Кто? Подъем, просыпайтесь! Реально, просыпайтесь, ребят! Добро пожаловать в смертельную вечеринку! Эти купоны на бесплатный отпуск в ваших почтовых ящиках были ловушкой, заманившие вас в игру со смертельными последствиями. Лишь один из вас останется в живых. Но выживание совсем отличается от жизни. Это мне на семинаре за 50 тысяч сказали. А, да? Итак, лох. Вопрос первый. Каких шашек не существует? Используйте свои устройства, чтобы ответить на вопрос. Это относится и к зрителям. Я в шашки-то никогда не играл. Уж откуда мне знать, какие не существуют? Время почти вышло. Реально. Но я выбрал, что не существует американских. И правильный ответ это... Кто ответил правильно? Ха! Чё, да ладно? Ебать. Остальные? Идем со мной. Остальные хуйню какую-то выбрали. Добро пожаловать в комнату 105. Ах, потерянное искусство написания писем. Я прочитаю вам письмо. Напишите как можно больше из того, что я скажу. Тот, кто напишет меньше всех, сдохнет. Вам повезло, что это такое хорошее письмо, которое я начинаю прямо сейчас. Обращение к фирме «Бомбастер». Куда пропали те самые легендарные сухарики? Да, я уже давно как взрослый человек, но я не верю, что сухарики стали невидимыми, и я обречен видеть только ваш гнилой попкорн. Прошу развеять мои опасения и прислать мне по почте ваши сухарики. Что за хуйня, блядь? Время вышло. Теперь я посмотрю, что тут у нас. Или ешки! И каков результат? Один из вас не воспринимает свою работу серьезно. Это не совсем то, что я диктовал. А... Нормально. Видно, человек старался. Не волнуйтесь. Хоть вы теперь и в призрачном состоянии, но игра для вас продолжается все так же. Не прекращайте играть, и тогда сможете украсть жизнь у другого игрока и выиграть. И, кстати, зрители теперь полноценный игрок, и они могут выиграть эту чертову игру. Если вы себе готовы, вы можете присоединиться к зрителям в любое время. Вообще без напряга. Короче, если зрители выиграют, я дарю на 10 тысяч рублей саб. Попробуем еще один. Какой парк Москвы имеет такое же название, что и группа Александра Маршала? Блядь, что, плюс 15, что ли? А хуй его знает? Я не знаю, что у него за группа. Да, тем более Александр, время, блядь. Время почти вышло. Сейчас бы группу кого-то Александра слушать. Надо быть вообще дебилом каким-то. Кто выбрал? Вот это. Ну, да я. Остальные игроки, которые еще живы, пора. Бонжур, и снова добро пожаловать в комнату смерти. Да ну, реально что ли? Это мой тату-салон. Сделайте мне новую татуировку, нарисовав ее на своем устройстве. Смешные рожи, типа кошечки, котики, блядь. На это, конечно, девочки ведутся. Но это уже было, поэтому я это выбирать не буду. Это на самом деле что-то изменило во мне. Я что? Теперь голосуйте за свой любимый дизайн. Чё? Художник с меньшим количеством голосов сдохнет.
Голосуйте уже! Итак, что мы решили? Да! Это, наверное, будет выглядеть хуже после лечения. Время для небольшой расплаты. Ну чё, обидно. Двигаемся дальше. Граница каких двух территорий проходит через вершину Эвереста? Я-ябу. Я, конечно, на Эвересте был, но я не знаю. Время убегает. Как-то не до этого было, если честно, думать. Кто выбрал? Вот это. Блять. А я второй выбрал. Сука! Следуйте за мной. Куда? Это должно быть легко. Выполните как можно больше правил до того, как время закончится. Чё? Все остальные тоже будут играть. Кого? Если кто-либо из них выполнит больше правил, чем ты, какие я убью правила? Тебя. Дорожное движение. Правила уже знаете, поехали. Мне особо нечего делать во время этой игры. Полагаю, я просто посмотрю в окно. Блядь! Блядь! Время правил почти вышло. Чё за ебень, блядь? Вы поступили абсолютно неправильно. Ты идёшь абсолютно нахуй, говно, блядь. Я перепутал там кое-что. Ой, говно. Спасибо за донат за 100 рублей, уже не актуально. Донаты мы я прибыли. Только сейчас включил, потому что отходил в тоннель. Останется лишь один игрок, мы перейдем к финалу. Следующий вопрос. Что не упомянул в качестве причины Игорь Николаев в своей песне «Пять причин»? Быдло ты ебаная, блядь. Где мой прошлый донат? Первая причина, это ты. А вторая, что-то там не помню. Время почти вышло. Там донат, там. Камень, кто спасибо. Выбрал? Вот это. Блять. Да не слушаю я эту хуйню. Я хочу кое-что показать. Я даю всем вам по лотерейному билету. Хороший подарок, да? Хуета. Чтобы выжить, сотрите защитный слой в клетках и найдите 3 значка доллара. Если не остановитесь на этом, я вознагражу за каждый дополнительно найденный доллар. Но если попадется хотя бы один череп, я сотру вас. Приступайте к стирке. Ну уже, можно постирать еще клеток. Давайте, ребят, это как мина на Knifex. У меня же получается. Ебать. Конкурс. Второй, ты че, блядь? Тебе надо перегнать третьего. Мне совсем ебать, дура, не весело, когда вы не стираете больше клеток. Мы все знаем, что означает проигрышный билет. О, я угадал, кто умрет. Мне 100 баксов сейчас дадут. А что, дали? Попробуем еще один. Симпсоны, оказывается, не самый длинный мультсериал в мире. А тогда какой же самый? Я бы сказал, что самая длинная в мире. Что это за хуйня? Это какой-то... Уйнямы? Что это, блядь?
что это вообще такое? Я не понимаю. Это что, все аниме, что ли? Время почти вышло. One Piece? Конечно же. Кто выбрал? Да что за заезан, блядь? Я даже не в курсе вообще, что это такое. Настало время последствий. Сан, блядь, Саня, что ли, или что? Математика вернулась, детка. Надо ответить на как можно больше математических вопросов, пока не истечет время. Все остальные тоже будут играть. Да, бля, я не могу. Если кому-то удастся сделать это лучше тебя, ты поплатишься за это жизнью. Давай. Поехали. В числах что-то есть, правда? Время да ебал, рот! Почти закончилось. Как говорят в командных видах спорта, вы математически устроены. Ну я там математик 21. 21, блядь, ничего себе. Офигеть, конечно. Не, у меня с математикой всегда плохо было. Вообще, абсолютно во всем. Вот черт. Я убью всех. Полагаю, я верну одного из вас к жизни. Видите, иметь больше всего денег приносит хоть какую-то пользу. Время пришло. У тебя получилось, но сможешь ли ты сбежать? Сейчас я дам первую категорию. Сериалы от Netflix. Выберите ответ, который подходит под категорию, и нажмите «Отправить». Бля, мне кажется, чел гуглит. Взглянем на правильные ответы. За каждый правильный ответ вы передвигаетесь и на все, шаг вперед. И все, я правильно ответил, ага. Ну-ну. Ты все ближе к выходу. Погоди, ты же не думаешь, что ты будешь делать это в одиночку? О, как наивно. Если призрак догонит тебя, он украдет твою жизнь, затем он сможет сбежать отсюда и выиграть. Надеюсь. И вот вопрос, который звучит для всех. И они получают третий вариант, чтобы им было легче догнать тебя. Время почти вышло. Какие недостаточные, блядь. Что? О, нихуя, я все три выбрал, и я выиграл, нихуя себе вот это да, ебать. Достопримечательности Рима. Хуй тебя знает, я не знаю, я не был в Риме. Я был в Милане, а в Риме я не был, я не знаю историю, я говно! Блядь! Следующий вопрос. Что, не гулится теперь уже? Истории, в конце которых влюбленные не остаются вместе. Я-то откуда знаю? Наверное, все три. Блять, я так и думал, ебаный рот. Ай, блядь. Не оглядывайся, потому что призрак... Потому что любовь всегда заканчивается. Не отставайте. Это просто тьма. Ебать. Персонажи ходячих мертвецов. Я... Время почти вышло. Кен? Это вообще, блядь, Барби вроде. Сука! Губернатора я помню, а вот что-то второго... Пора подружиться с темнотой. А вы чё все сдохли-то, Животные, у которых больше двух глаз. Я. Хуй его знает. Пусть будет осьминог. Блядь! Еще одна смена лидера. О, блядь! Ой-ой-ой-ой-ой. Разновидности стихотворений. Какая фуга, это вообще рыба. Да, блядь! Ой, все, пизда.
Ты лучше, чем я думал. Зрители, выиграйте, я хочу сапки подарить. Темнота настигает. А победитель, антилопы, не забудь потом скрин сделать. Антилопы? Время почти вышло. Пиздец. Вау, я даже не знаю, кто победит. Я! Берегите, зрители, ваш конец близок. Страны, принимавшие Олимпийские игры более двух раз. Хуй его знает. Еще украденная жизнь. Теперь нет, зрители умерли. Бля. И я. А как вы, блядь, не отгадали-то? А потом мне что-то пишете, я 110, блядь. 3000 человек не смогли отгадать, это вообще вафы. Кто там? Не так быстро. Если ты хочешь пробиться через этот барьер, тебе понадобится идеальный ответ на этот вопрос. Давай, ошибку допустим. Теперь я добавляю третий фильм вариант. Альфреда Хичкока. Конечно же, это соучастник и шестое чувство. Бля, зачем я сказал? Время почти вышло. Блядь! Зачем я сказал? Че? Идем дальше. Сдохните все, сдохните! Два персонажа, сдохните! Один из которых собака. Я! Умри, 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 умри! Я не хочу давать вам деньги, деньги, деньги! Теперь надо дать все правильные ответы, чтобы сбежать. Виды облаков. Умри! Умри! Ты не должен ответить правильно. Лох! Сюда! Фу. Тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп. Сука, 10 косарей были так близко. Тяп-тяп-тяп-тяп-тяп. Тяп-тяп-тяп-тяп. Тяп-тяп-тяп-тяп-тяп. Ты проиграл. И 10 000 ты не забрал! Ты лох! Лох, 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 лох. Лох, 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 лох. Лох, 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 лох. Бля. А все, все. А все, все, все. Молодец. Мурлис, спасибо за 10 месяцев. Подписки. Ой, балдёж, конечно, блин, никто не выиграл, блин, я так рад, блин, вообще, блин, классно, блин.